Он поднял руки вверх, чтобы показать, что сдается. Она подпрыгнула от радости, узнав о хороших новостях. Она подвинула стул под стол, чтобы удобнее сесть. Он отказался от участия в соревнованиях из-за травмы. Они отдали отчет в своей работе перед начальством. Она отменила отдельные пункты повестки дня встречи. Я довел до сведения руководства информацию о произошедшем инциденте. Он допил до дна чашку кофе и почувствовал прилив энергии. Мы договорились довести до совершенства проект к дедлайну. Он застегнул застежку на пальто перед выходом из дома. Она заработала за день больше денег, чем обычно. Они заблокировали доступ за ненадежные источники информации. Мы посадили цветы по всему саду для красоты. Я почитал книгу по дороге в офис на работу. Он поцеловал ее по щеке и побежал дальше. Я накушался конфет и теперь не чувствует себя хорошо. Она наговорила много интересного на встрече. Она набрала вес из-за увеличения потребления сладкого.